рассказать о своих планах, может быть, о том, что сделано, что будет сделано. Что еще вам сказать? Помашем ручкой. Да, спасибо за поцелуй. Оп, пришел, поймал. Всем привет, друзья. Сейчас нахожусь я в Стамбуле, рядом с Таксим. Может быть, кто-то знает это место. Самый центр туристический, можно так сказать, европейской части Стамбула. Что-то похожее на... Буду улыбаться больше. Что-то похожее на нашу Тверскую. Может быть, чуть-чуть на Старый Арбат. Старый Арбат, если честно, не люблю. Вот, хотелось бы, чтобы новый Арбат сделали пешеходным. Дорогу как-то опустили под, так сказать, под землю. Наверное, была такая даже мысль, я помню, в каком-то году, но чего-то не хватило. Странно, что Собянин до этого не добрался. Надеюсь, доберется. Видите, у меня новый имидж. Я решил не стричься. Никогда мне не было таких длинных волос. Ну вот сейчас они у меня именно такого размера, такой длины. Шумненько, шумненько. Проехала тетя с колясочкой, с тележкой. Готовят они обед. Раньше не понимал женщин, я имею в виду, не понимал в плане ухода за волосами. Сейчас я просто в шоке от того, что их надо мыть, кондиционер, потом какой-нибудь лосьон, потом их надо сушить феном. Короче, пипец. Женская красота, конечно, она действительно требует жертв. Поэтому, девчонки, ищите себе достойных мужчин, которые будут ценить и понимать, сколько вы для них делаете. Вот. В основном мужики такие очень узколобые. Мало чего соображают. О, под какой трек танцевала? Под какой трек? Так вот, не договорил. Женщины, девушки, ищите достойных мужчин, которые будут ценить каждое ваше преображение. Что хочу сказать? Мне посчастливилось официально выпустить песню, которая называется «Белые розы». Была она написана очень давно. Я сделал ремейк. Он уже есть в доступе, можете искать, соответственно, здесь даже в Инстаграм есть этот трек. А, «Танцуй, танцуй». «Танцуй, танцуй, целуй, целуй». Классная, классная песня. Тогда я ее, наверное, даже сам, может быть, не оценил настолько, насколько ее надо было оценить. Все думал, вот сейчас, 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 новое, новое, что-то будет. Нового появилось много, но вот именно такой песни, как «Танцуй», наверное, не появилось. «Как встретишь и взглядом». Классный клип. Я хочу снять ремейк на этот клип, когда будет 20-летие
своей деятельности. Ностальгировать не нужно. Жизнь продолжается. Будет 20-летие моей музыкальной деятельности. Я обязательно сделаю ремейк на песню «Танцуй». Я, наверное, уже скоро начну съемки. Может, это будет что-то типа маленького фильма к 20-летию. Потому что вы знаете все, что сейчас я ударился в кино. Ударился, так по-другому не назовешь. Наша компания «Тестим фильм» уже сняли мы фильм «Внук», который взял и премии в Соединенных Штатах, и в Индии. Мы его показали максимальному количеству людей в России, и в кинотеатрах, и на онлайн-платформах. Можете, если не смотрели, зайти, глянуть, написать свои комментарии. Сейчас мы готовим новый проект. Проект, который будет международным. Это, в общем, я не буду пока ничего говорить. Как говорится, тема любит тишину. Прямой эфир. Клип «Мама», если не смотрели, посмотрите, пожалуйста, на YouTube. Это такое что-то в стиле короткометражного кино. Я являлся тоже и режиссером. Это картины короткометражные, музыкального короткометражного фильма. Спасибо. Конечно, когда редко выходишь в прямой эфир, то людям как-то непривычно даже, что это происходит. Но, тем не менее, смотрю, люди заходят, выходят, смотрят. Вы можете задавать вопросы, я буду отвечать максимально правдиво. Последний год я особо не выступаю, как началась СВО. Как-то выступления развлекательные не особо мне идут. Я стараюсь не отвечать на запросы, на выступления. Стараюсь не отвечать на запросы, потому что ситуация в мире такая, что не до веселья. С одной стороны, с другой стороны, может кто-то скажет, жизнь идет, продолжается, но радоваться особо нечему. И придет момент, когда я с новой силой начну такие же плотные, такие же интересные, такие же зажигательные выступления, которые мы делали на протяжении 17-18 лет нон-стоп. Я ем вегетарианский супчик. Это суп, национальный суп, турецкий чорба. Ну, наверное, как я буду кушать, не совсем интересно, поэтому я вас люблю, целую. Этот эфир оставлю здесь. Нашей планете желаю мира, понимания. Супчик ем, тяжело говорить. Давайте, всех люблю, пока.